Это кошка. У нее острые когти и зубки. Это котенок. Его мама кошка, а папа кот. Это лисичка. Ее малыш лисенок. Это лисенок. Его мама лиса, а папа лис. Это курица. У нее есть перышки. Этот птенец цыпленок. Он кушает зернышки и травку. Это медведица. Ее малыш медвежонок. Это медвежонок. Его мама медведица, а папа медведь. Это тигрица. Ее малыш тигренок. Это тигренок. У него длинный хвостик. Найди родителя и малыша. Тигрица. Тигренок. Это кенгуренок. Он детеныш кенгуру. Покажи его маму. Молодец! Мама кенгуренка – кенгуру. Это утенок. Покажи его маму – уточку. Правильно! Мама утенка – уточка. Это щеночек. Его мама – собачка. Покажи, где она? Правильно! Мама щеночка – собачка. Это львенок. Найди его папу – льва. Все верно! Папа львенка – лев. Это волчонок. У него мама – волчица. Покажи ее. Все верно. Мама волчонка – волчица. Это ягненок. Он детеныш овечки. Покажи, где его мама. Все верно. Мама ягненка – овечка. Это поросенок. Покажи его маму – свинку. Все верно. Мама поросенка – свинка. Это жеребенок. Его мама – лошадка. Найди ее. Все верно. Мама жеребенка – лошадь. Это осленок. Его мама – ослица. Покажи, где она. Молодец. Мама осленка – ослица. Это детеныш кошечки – котенок. Найди его маму. Правильно. Мама котенка – кошечка. Это зайчонок. Найди его маму – зайчиху. Все верно. Мама зайчонка – зайчиха. Это олененок. Его папа – олень. Найди его. Умница! Папа олененка – олень. Это детеныш совы – совенок. Покажи его маму. Умница! Мама совенка – сова. Это бельчонок. Его мама – белочка. Покажи, где она? Умница! Мама бельчонка – белочка. Это слоненок. У него мама – слониха. Найди ее. Ты ошибся. Это слоненок. У него мама – слониха. Молодец! Мама слоненка – слониха. Это медвежонок. Покажи его маму – медведицу. Молодец! Мама медвежонка – медведица. Это лисенок. Его мама – лиса. Покажи, где она? Все верно. Мама лисенка – лиса. Это цыпленочек. У него мама – курочка. Найди ее. Неправильно. Это цыпленочек. У него мама – курочка. Умница! Мама Это тигрица. Найди ее малыша тигренка. Это кенгуренок. Он детеныш кенгуру. Покажи его маму. Правильно. Мама кенгуренка кенгуру. Это утенок. Покажи его маму уточку. Все верно. Мама утенка уточка. Это щеночек. Его мама собачка. Покажи, где она? Правильно. Мама щеночка – собачка. Это львенок. Найди его папу – льва. Неправильно. Это львенок. Найди его папу – все верно.
папа львёнок. Это мама овечка. Ее малыш ягненок. Покажи, где он? Умница! У овечки малыш ягненок. Это свинка. Ее малыш поросенок. Найди его. Умница! У свинки малыш поросенок. Это лошадка. Она мама жеребеночка. Найди ее малыша. Все верно. У лошадки малыш жеребенок. Это ослица. Ее малыш осленок. Покажи его. Умница! У ослицы малыш осленок. Это кошечка. Ее малыш котенок. Покажи, где он? Молодец! У кошечки малыш котенок. Это зайчиха. У нее малыш зайчонок. Покажи его. Все верно. У зайчихи малыш зайчонок. Это олень. Он папа олененка. Найди олененка. Умница! У оленя малыш олененок. Это сова. У нее малыш совенок. Покажи его. Правильно! У совы малыш совенок. Это мама белочка. У нее малыш бельчонок. Найди бельчонка. Правильно! У белочки малыш бельчонок. Это слониха. Ее малыш слоненок. Покажи, где он? Молодец! У слонихи малыш слоненок. Это медведица. Покажи ее малыша, медвежонка. Все верно. У медведицы малыш медвежонок. Это лисичка. Покажи, где ее малыш, лисенок. Молодец! У лисы малыш лисенок. Это мама цыпленка курочка. Найди, где ее малыш? Нет, неправильно. Это мама цыпленка курочка. Умница! У курочки. Это тигренок. Его мама тигрица. Покажи, где она? Это тигрица. Найди ее малыша тигренка. Кенгуру. Кенгуренок.